Сегодня в меню – мексиканский сэндвич. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Грибы – 50 грамм. Чеснок – 1 зубчик. Колбаса – 30 грамм. Мини-багет – 1/2 штуки. Сыр – 30 грамм, твердый. Майонез – 1 столовая ложка. Горчица зернами – 1 чайная ложка. Перец черный молотый – 1 щепотка. Масло растительное – 2 столовые ложки. При выборе твердого сыра стоит остановить выбор на том, который больше всего нравится. Колбаса подойдет не только копченая, но и вареная. Однако если вы не любите ее, тогда замените на мясо, которое можете как заранее отварить, так и запечь в духовке. Подготовьте все ингредиенты. В миске соедините майонез, перец черный молотый, горчицу и измельченный чеснок. Перемешайте. Половину мини-багета разрежьте пополам. Смажьте его подготовленным соусом. Выложите колбасу, нарезанную кубиками. Грибы обжарьте в сковороде на растительном масле. Выложите грибы поверх колбасы. Натрите сверху твердый сыр. Отправьте бутерброды в разогретую до 190 градусов духовку на 3 минуты. Затем сразу же подайте их к столу. По этому рецепту можно очень быстро приготовить потрясающий по вкусу мексиканский сэндвич. В качестве начинки подойдут те продукты, которые больше всего нравятся. Подавать его нужно в горячем виде. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!